Скажите, пожалуйста, что это за устройство? Какая у вас задача? Ну, это ружье ПАРС. ПАРС российского производства по борьбе с БПЛА. Поступило на вооружение, так как сейчас очень активно применяются беспилоты. Они мешают активно работать. То приходится, нужно применять, не то что приходится, а нужно применять подобные ружья. Вот они поступили на вооружение. Мы как бы на своих уже опробовали. Все работает. Какой эффект? Глушит сигналы, теряется управление БПЛА. Вполне возможно, что даже можно и посадить его в нужную точку. То есть вы нажимаете эту кнопку и все, да, у оператора пропадает? Просто кнопка наводится. Прицел, и держится на объекте. И так его держим и доводим до того состояния, либо у него сажается аккумулятор, он сам падает, либо принудительно он сажается в нужную нам точку. Так, а оператор что в это время видит? Оператор теряет полностью сигнал. У него просто гаснет экран, да? Гаснет экран, он не может управлять им. Мы глушим полностью сигнал, GPS, управление, и таким образом нейтрализуем БПЛА. А как у вас позывной? Дуква. Все, спасибо. Можете еще подцелиться?